В Айхале Мирнинского района стартовал первый тур смотра конкурса «Духовные грани Алроса» среди трудовых коллективов айхальского ГОКа. Творческие и талантливые представители 8 подразделений комбината выступают в местном доме культуры, рассказывает коллеги в Мирном. Репетиции по расписанию, подбор костюмов и декорации, отработка сценария. Все это порой без отрыва от работы, если производство безостановочное и специалиста сложно заменить. Порядка 500 человек от цехов айхальского ГОКа задействованы в конкурсе и готовы себя проявить. Кроме количества участников, в зачет идут навыки хореографии, хорового и сольного исполнения, режиссура и даже участие руководителей цехов. 2 года назад мы неплохо справились на концерте. На самом деле люди получили хороший опыт. Надо учесть, что люди у нас не профессиональные актеры. И, конечно, были сложности. Плюс вопросы производства не требуют отлагательств. Но, как говорится, нашли в себе силы и достойно выступили. Из, по-моему, 6 номинаций, 5 призовых номинаций Рудник Айхал получил. Добровольно или принудительно, приятное времяпровождение или вынужденная необходимость. Нужны ли алмазникам творческие конкурсы? Новые ощущения, новая жизнь, новые друзья, может, даже знакомые. Все по-другому, все новое. Хоть и получается совмещать все это с работой, но все же мы находим время для любимого коллектива. Есть люди, которые и с желанием на это откликнулись. Были, конечно, люди, которые не совсем с большим желанием на это откликались. Но буквально при первых же репетициях начали втягиваться и стало им интересно. Я как-то с детства люблю вот это. Вот, театр, кино, спорт. Вот попал. Не попал, а сам напросился. Очень люблю. Я очень горд, что выступаю. Рудник Айхал блистал талантами на сцене Дворца культуры «Северное сияние» в числе первых. Зрителей полный зал, что стало уже традицией на духовных гранях, несмотря на то, что артисты самодеятельные. Суровые айхальские горняки также серьезно и ответственно отнеслись к конкурсу, как относятся к работе. Они привыкли держать в руках совсем другие орудия труда, однако вполне профессионально изготовили и освоили инструменты ударные. Творческий конкурс не только призван сплотить трудовой коллектив, но и укрепить отношения семейные. Участие близких родственников, а также подшефных организаций приветствуется. Очень творческий коллектив, коллектив Рудника Айхал. Очень интересно с ними работать всегда. Все очень доброжелательные. И руководители Рудника всегда идут навстречу, всегда помогают своим работникам. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Актуальность поговорки в ближайшие 3 недели будут доказывать алмазники айхальского комбината. Водитель споет, сепараторщик станцует, горняк попробует себя в роли монарха. Очень приятно, царь. Светлана Угрюмова, Александр Домонтович, Евгений Шаповалов, телеканал «Алмазный край».